техника, она амортизируется в течение 3 лет. Стоп! Да? Уважаемый господин бухгалтер, мы это уже проходили много раз. Ведь слитная техника разрешена к амортизации в течение 3 лет, если результаты прибыли позволяют это делать. Нет увязки прибыли с начислением... Отставить. Разрешено в налоговом кодексе. Написано амортизировать за 3 года. Учет с налогом не имеет прямой связи. Но финансовая политика... Финансовая политика, которую вы должны принимать ежегодно, должна говорить, за сколько вы будете калькуляторы амортизировать. Вычислительную технику 3 года. Никак нет. Потом разрешается в целях уменьшения налогово облагаемой базы. Читайте внимательно налоговый кодекс, ребят. Нет, налоговый кодекс не для этого. Налоговый кодекс для начисления и определения. Значит, хорошо, вы не будьте такими категоричными. Я вам только советую читать, а вы говорите нет. Вы сейчас пойдете за дверь, и там будете говорить нет. Хорошо? Я вам советую почитать. И прийти, и поговорить на профессиональном языке. А не делать из нас здесь идиотов. Мы уже это проходили однажды с этим самым, с водоканалом. У вас калькулятор сколько лет служит компьютеры? Зависит от вида вычислительной техники. Я спрашиваю про компьютер персональный. Персональный компьютер? Да. Больше, чем 3 года. Правильно? 10 лет. Правильно? Значит, вы смело можете амортизацию распространять на 7, на 8 лет, на 10 лет, если у вас не позволяют финансовые дела. Вы загоняете себя в убыток, это не главное, конечно, здесь, но тем не менее, вы загоняете себя в убыток искусственным образом, оставляя себе поток условного расхода. И если вы сейчас будете здесь нас учить в этом смысле, то здесь профессиональная комиссия сидит, а не так просто.